слов моих ты не ждешь, ты не ждешь. Я люблю тебя молча. Дождь по крышам стучит, так что стонут все крыши, а во мне все кричит, все кричит. Только ты не услышишь. Никакой романтики. Ну что, теперь можно жену поцеловать? Можно? Спасибо. Ну что, шампусику, а? Между прочим, завтра утром на работу. Ну ничего, буду слегка не трезв. Но доступен для неформального общения со служивцами. Только тихо, а то детей разбудишь. Какие дети? Ну какие дети? Им жениться давно пора. Слушай, а что у Вальки с этим, как его? С Витиком. Витиком. О, с Витиком. Разрыв. Витик. Да ты что? Окончательный и бесповоротный. Причем навсегда. В этом же возрасте все навсегда. Говорит, умру старой девой. Эх, это 18 лет. Ну. Так, позвольте в этот знаменательный день, то есть в эту знаменательную ночь, поздравить вас с днем рождения. Ура! Ой. Родители, вы на время-то вообще смотрели? Так не хватать. Между прочим, у чьей-то мамы сегодня день рождения. Сегодня уже? Да. Мамочка, поздравляю. Тебе же сказали, не хватать. Подарок вечером. Ложись спать. У меня сеанс. Чего у него? Онлайн. Онлайн. Ему бы с девчонками целоваться. Он все в своей сети сидит. С девчонками надо. Эй, ребята. Первый час ночи. Что за дела? Мы тебя разбудили, извини. Доча, скажи мне, пожалуйста, какое сегодня число? Сегодня 12-е. Вроде. А тебе не кажется, что вроде у чьей-то мамы сегодня день рождения? Ой, точно. Мам, поздравляю. Ты у нас самая-самая-самая-самая лучшая. Спасибо. Подлиза. Выпей. Лёш. За здоровье мамы можно. Лёш, не надо. Можно. Не, я не пью. У меня здоровый образ жизни. Иди спать, здоровый образ жизни. Ладно. Я пошла. Давай. Вот достань стакан кому-нибудь, а? Вот в кого у нее здоровый образ жизни? Действительно, скажем. В кого? Нет, в кого у нее здоровый образ жизни? И ты знаешь, мне кажется, в тебя. Ладно, бог с ними со всеми. Я тебя поздравляю. Спасибо. Так, стаканы. Слушай, Веруня, а вот этой вроде не было. Откуда она? Ну, это Лялик из Туниса привез. Что-то рассказывал, я не помню. А, по форме напоминает сахарскую розу. Ну, это такие камни, лепестки которых сделаны песком и ветром. Вот. Кляк неисправим. Таскает отовсюду сокровища, как мальчишка. В прошлой жизни гайки и стеклышки, а теперь сушеных медуз. Стёп, а разве можно медуз сушить? Они же растают. Можно, солнышко, можно. Конечно, можно. Надо только очень постараться.
И чего он тогда хирургию бросил? Да, кляк ваш неисправимый, ходок. Просто за версту видно. Там не просто деньги, там деньжища нужны. Угу. И все еще не женат. Ну, он не успевает. Наверное, он просто не нашел достойную кандидатуру. Африканских принцесс нынче мало, а на меньше он не согласен. Между прочим, Людочка врач, если он только врач. Профессия по нынешним временам весьма прибыльная. Нет, серьезно? Вполне. Да какая там хирургия после такой травмы руки? Это отговорки. С его-то научным авторитетом. Вот именно. Будет сегодня? Нет, не думаю. Кажется, он где-то в Марокко или на Мальдивах. В какой-то стране, наверное. У тети. А? Мелитополева. Лешек. Здорово. Ну что, всем кости перемыли? Ну не тебе же, Леша. Ну, с праздником. Да. Да какой праздник? В такие-то годы. Да ладно. Привет. Ты у нас красавица. И умница. Спасибо. А это наше времяпосочетание почти что вымершее. А подарок-то где? Подарок. Подарок-то где, муж? Черт, забыл про подарок. На, держи, жена. Ап! И все? Поймала. А что еще? Все? Все? Ладно, ладно. Что это такое? Это что? Интересно? Да! Покажи. Интересно? Покажи. Всем интересно. Покажи. Ну, покажи. Что ты? Покажи. Держи. Что это? Это что? Круиз в Полинезии. Экзотик. Подожди, я же об этом мечтала. А когда? Март. В марте. А это сезон, да? Людочка, там сезон круглый год. В марте у меня отпуск, у тебя тоже. Слушаюсь, мой капитан. Садись, садись. Ну, давайте садиться, ну, ребят. Давайте. Давайте. Странно, Леха, вроде современный мужик. Руководитель рекламного агентства, как говорится, на гребне, а привычки не меняешь. После армии как подсел, так отвыкнуть не могу. Просто Леха, единственный из нас всех, абсолютно устойчивый. У него все раз и навсегда. Он даже женился чуть ли не с вечной гарантией. Помнишь, да? Угу. Я просто ей так сказал, что всегда буду ее любить. Сколько вы с Веркой вместе? Да в следующем году уже 20 лет будет. Какой ты положительный у нас получаешься. Завидуете мне, да? О! О! Куда уж нам, дуракам? Даже не сравниваем. Мы вон с Толяном все после кризиса никак оправиться не можем. Это на кризисе среднего возраста. У вас все сороковые громовые. Разводы, адвокаты, деление имущества, алименты. Проехали. Теперь все. Молодые жены, другая жизнь. О как! У вас другая жизнь, как же? Ты, Леха, удачно свои сороковые проскочил. Не, лучше всех кризис среднего возраста проскочил Лялик. Болтался где-то на Карибах и просто его не заметил. Ну, кляк вообще уником. У него переходный возраст и дать никогда не кончится. Ну, мужики, я думаю, что вообще никакого кризиса среднего возраста не существует. Ерунда все это. Страх возраста. Фу, бред. Ну-ка, интересно послушать. Да что я все сказал? Никакого кризиса не существует. Человек совсем может справиться, если поймет, что для него важно. Главное не лгать ни себе, ни другим. Вот и все. Степ, смотри. Он, кажется, светиться начал. От него прикуривать можно. Так, ребята. Ну что вы там застряли? Все мировые проблемы решили? Нет, у нас еще остался озоновый слой. Глобальное потепление. А, для потепления предлагаю по рюмочке Хереса. Слоев в Наполеоне для всех хватит. Угу. О, Наполеончик. Может, тебе серединку? Мне можно и краешек. Ну, давай хотя бы до Садового добрось. О, нет, самый стой в своих пробках. Мне на метро 7 минут. Ну, где этот вундеркинд? Опять в сети застрял? Ну, сейчас идет. Верно, не могу больше ждать. Все, пока. Давай. Пока. Леш! Мам, куда же он? Он
на работу. А ты, мой дорогой, в гимназию. Ножками. Доброе утро. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Верочка. Любовь Павловна. Доброе утро. Как вы? Проснулась, ничего не болит. Дурной знак. Ну, Веруш, как отметили? Прекрасно. А вы знаете, что мне Лёшка подарил? Билет в Полинезию. Ну, это в его духе. Он же у тебя гусар. Как говорит моя внучка, теперь таких не делают. Ну да. Ну, я пойду. У меня экскурсия в 10. Буду им рассказывать про вечную любовь, про философию. Они мне, скажите, пожалуйста, а правда, что у Белого и Блока была общая жена? В принципе, все требования заказчика были удовлетворены. Отчет у вас на столе вместе с техническим заданием фирмы заказчика и предложением с нашей стороны. Мне это понятно, мне непонятно другое. Почему Борисов отверг предложение, которое, как ты говоришь, его удовлетворяло? А заказ был, прости, на 4 миллиона. У тебя есть какие-нибудь объяснения по этому поводу? Борисов сам не знает, чего хочет. Да, я вас слушаю. Простите, у меня есть соображение. Можно? Пожалуйста. Я в агентстве всего неделю, но я считаю, что вы слишком консервативны. Вы отстали от жизни. Я? Нет, не вы лично, а ваше агентство. То есть наше агентство. Доброе утро. Меня зовут Вера Даниловна, я буду сегодня вашим экскурсоводом. Пожалуйста, прошу за мной. Я понимаю, вы более 10 лет на рынке. 12. Слав, подожди, пожалуйста. У агентства есть фирменный стиль, постоянная клиентура, но времена меняются. И голой формы уже никого не удивишь. На первый план должно выходить содержание. Дети, собаки, девушки в бикини – это все уже порядком надоело. В жестком мире должна быть жесткая, агрессивная реклама. Она должна брать за горло, если хотите. Нужно уходить от стандартных решений. В концепции рекламы моющего средства… Отбеливателя. В концепции рекламы отбеливателя мой уважаемый коллега пошел как раз по стандартному пути. Корабли, дальние страны, чистая гладь неба, белоснежная пена. Это все было уже много-много раз. Вернуть заказчика мы можем, если предложим ему совершенно новую идею. Яркую, запоминающуюся рекламу, которая будет бросаться в глаза. В случае с отбеливателем это должна быть история. Некий сюжет с продолжением. Я кое-что набросала. Ну хорошо, давайте сделаем так. Вы оформите свою идею. И после обеда ко мне. Так, все, давайте работать. Да. Простите, вы, кажется, Марина. А может быть, все-таки не надо за горло, а? Да. Стихию революции уловил Александр Блок и гениально воплотил в своей поэме «12». Надо сказать,
появление этой поэмы вызвало множество яростных дебатов, и многие знакомые навсегда порвали с блоком. Мотив создания этого произведения не понимали порой даже ее самые близкие друзья, и Андрей Белый, например, считал создание этого произведения трагической ошибкой. «Ты слишком неосторожно берешь иные ноты», — писал он Блоку. «Помни, тебя не простят никогда. Будь мудр, соединяя отвагу с осторожностью». Но, впрочем, впоследствии он раскаялся в этой своей оценке. Ага, раскаялся. А сам с женой Блока спал. Идемте, я проведу вас в комнату, где часто бывал Менделеев и Блок. Я думаю, вам это интересно. Да, Тимур, понимаю, да. Очень жаль. Жаль, что не приехал, да. Пока. Я на обед. Вы уходите? Да. У меня все готово. Я же сказал, через час, после обеда. Разве вам не любопытно? Мне очень любопытно. Думаю, что реклама отбеливателя не испортит мне аппетит. Здесь понадобятся мои комментарии, поэтому я зайду через час. Ну, если вы такая настойчивая, хорошо. Объясняйте. Представьте себе старого мафиози. Так. Он должен быть невысокого роста и совершенно точно не брит. Ну что? Группа из Херсона. Из Мышкина. Вер, может, хватит, а? У тебя что, своей диссертации мало? Хватит сеять вечное доброе, смысла никакого. Почему всех интересует одно и то же? Кто, с кем, где? Во сколько? А меня интересует, чтобы моя ученая жена была спокойная, веселая. Занимайся своей незнакомкой. Будешь мне про нее стихи по субботам читать? Ну, по субботам так по субботам. Я до отпуска до работы уйду. Я Любовь Павловне обещала. Хочется вон туда. Господи, мы правда там будем? Это Таити. Полинезия чуть-чуть левее. Лялик говорит, там рай. Лялику твоему везде рай. Лишь бы не дома.
Господина, сегодня санитарная дверь уже закрыта, ничего не работает. У меня здесь встреча. Да. Меня ждут. Встреча. Ждут, да, ждут. Очень ждут. Так ждут, что уже сождались. Леха, дорогой. Слушай, ты загорел, гад, ты посмотри. А как же, а как же. Ты когда нарисовался? Вчера. Ну, Леха, сейчас я тебя буду поражать. Так, подожди, стой, какие фантазии? Что? Ну, середина рабочего дня, Ляля. А что такое? А что такое? Перестань, мне на работу надо. Но надо же учиться уже расслабляться в течение рабочего дня. Или ты хочешь сказать, что к тебе каждый день из Малайзии друзья прилетают, да? Не каждый. Леша, пробовал там блюдо. Вообще, просто восторг. Да. Ничего сравнений не идет. Ну, сейчас, конечно, будет некая адаптация с китайского на русский. Ну, сейчас попросим. Здравствуйте. Здравствуйте. Не-не-не, спасибо. Слушай, том-ям готовите? Да. Да. Ну вот, видишь, такой настоящий том-ям, да, хороший, со специями, да. Повар китаец у вас? Да. Повар китаец, да. Хорошо. А он тебя понимает? Значит, ты ему скажи, что я из Куала-Лумпура сейчас прилетел, что я все типа, я знаю, как это, да? Ты понял меня, да? Да. Понял, все, да. Два. Два том-яма. Один ему, один мне. Да? Угу. Давай. Ну вот. Леха, все? Влюбился? Да ты что? Да. Ляли? Да. Кля? Да. Неужели? Ну скажи, как зовут? Малайзия. Фу ты, господи. Слушай, ну у тебя крышу просто снесет. Как это... Пахнут ромом сумерки, уже синие. Хотя нет, это не про Малайзию. Нет, я перепутал. Нет, перепутал. Но неважно, крышу снесет. Вот у меня снесло, видишь? Там тоже синий, да? Да нет, 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 это том-ям. Это восхитительный, тончайший, потрясающий супчик. Это, ну, просто... Вот, кстати, а запивать мы его будем. Новый напиток. Значит, сейчас закажу ингредиенты, сам его приготовлю. Потрясающе. А, привез новый рецепт из своего богу неугодного заведения? А как же, куда же я денусь, а? А потом я тебя уже провожу в твой скучный офис, будешь там себе работать, заниматься, да? Я даже помогу тебе дотащить подарочек, который я привез твоей замечательной супруге. Кляк, я тебя умоляю, вся квартира... Я прошу тебя... Благодари, до дома дотащишь сам. У меня очень плотный график. Вот так. Так? Пожалуйста. Том-ям. Вон у тебя горит он весь, видишь? Да, спасибо. Пожалуйста. Тише. Значит, еще. Кокосовое молоко 100 грамм. Кокос, мил. Е? Да. И этот, щепотку этого, мускат. Мускат, да. Принеси мне, да, принеси. Слушайте, пожалуйста. Ну вот, сейчас мы его состряпаем, а у меня в баре я этот коктейльчик назову «Струны любви». Фу, какая пошлость. Что значит пошлость? Ты что? Серьезно? Это то, что нужно каждой девушке. Ты знаешь вообще, как это называют на Кубе? Ну. Два таких коктейля, и любая мулатка на пляже твоя в легкую. Ну, а как я после этих твоих струн на работу поеду? Да ты не поедешь, а ты полетишь. Потому что, Леха, это чудодейственный напиток. Он окрыляет тебя. Ты сразу взлетаешь, переносишься по этой земле. У тебя открываются глаза от счастья, потому что ты весь изнутри наполняешься каким-то дивным светом, энергией, силой. Все вокруг в огне. Все в огне, все поле... И что же здесь такое подают? Кляк, еще не пили, по-моему. Да. Тихо. Ну, я же тебя предупреждал. Горячее. Ну, обжегся? Да? Ну, спокойно. Не спеши. Здрасте. Здравствуйте. Слушай, то у тебя тут рекламное агентство или модельное, не пойму. Иди, пожалуйста. А. Мама дорогая, а я с вазой. Так, я прошу тебя, пожалуйста. Хватит. Слушай, ну ты... А вот это кто такая? Вон стоит. Владимир Сергеевич попросил тебя позвонить ему в 16 часов. Это начальник креативного отдела. Он сказал, что все готово и ждет от тебя подтверждения. А перевод они уже сделали? Они планируют сделать его завтра, в первой половине дня. Замужем? Нет. Прекрати. Познакомь, я тебя прошу. Ну, познакомь, давай. Познакомь. Марина, познакомьтесь, мой старый друг. Вот привез вазу из... Куала-Лумпура, Малайзия. Марина.
Очень приятно, Марин. Замечательное имя, морское. Наверное, любите путешествовать, да? Да, в свободное от работы время. Понимаю, понимаю. Ну, Марина, знаете, если вдруг захотите попутешествовать, вы проконсультируетесь со мной. Я, знаете ли, известный бродяга, знаю так Заткни много фонтан, уголков, Баффи. Которые могли бы удивить вас своим очень красивым, чудесным Спасибо. Внешним видом. Слушай, одни нервы. Пожалуйста, проходите. Здрасте. Да. Ну, что ты творишь? Ну, что ты? Да ты нет, новый нет, человек, ну, что ты что подумаешь? Это все мимо меня. Мне тут ничего не светит. Я все понял. Да. Ну, чего? Боже чего? Мой, как она на тебя смотрела? Девушка пытается тебя обаять. Ты, по-моему, слеп, как крот. Кляк. Что кляк? У кляка есть опыт, ему можно доверять. Я за тебя волнуюсь, между прочим. Золотая рыбка сама идет на крючок. Ты что, в своем лумпуре совсем перегрелся? Просто сказка. Верка тебя так любит, а ты... Так, не надо Верку сюда мешать, ладно? Верка-то отдельно. Великая китайская стена. А я ведь, Лёшенька, помню тебя очень азартным молодым человеком. Помнишь, как ты нас простеганул с моста? Ну, во-первых, из-за девушки. Второй был не трезв, извини. Да? Во-первых, не из-за девушки, а из-за Верки. Такой, знаешь, спокойный, вразумительный, такой правильный. И вдруг на тебе с моста. Я вообще поражаюсь этой твоей способности, с твоей патологической правильностью и порядочностью брать все первые места. Ну, согласись, это как неестественно. Неестественно. Да. И меня дважды обошел. Чего ты врешь-то? Один раз все. Дважды? Один. Да. А знаешь почему? Ну? Верка сглазила. Очень горячо за тебя болела. Да. Чемпион Москвы по мотокроссу. Ну, был бы ты чемпионом. Да если бы я не юзанул на последнем да, круге... совсем безбашенный был. Без руки тогда остался и все. Да не остался бы, не волнуйся. Ты же меня не бросил, ты же меня тащил на себе 2 километра, давай, все, да? Поставь экспонат. Спасибо тебе, Лешенька. Это я не забуду давай, никогда. Иди. Спасибо, дорогой. Иди. Полдня псу под хвост. Надо работать. Давай, давай, работай. Давай, давай, иди. Давай. Все. Спасибо за обед, спасибо вот за подарок. И доставку, между прочим. Моя доставка была. И за доставку. А-а-а. Приходи завтра, Верка кулебяку сделает. С капусточкой? С капусточкой, с капусточкой. А, это хорошо, я люблю с капусточкой. Ну, давай. Да. Алексей Федорович, я к вам насчет отбеливателя. Я утвердил идею Марины, она будет вести этот проект. А ты возьмешь на себя полиграфию. Ты меня понял? Ясно. Хорошо, иди. Знаешь, что хотел тебе сказать? Ну? Если бы у меня была такая женщина, как твоя жена, я бы не скитался по свету в поисках приключений. Это я тебе совершенно серьезно сейчас. И вот эта вот золотая рыбка и часа не стоит прожитого тобой с Веркой. Понял? Кляк. Не кляк. Поверь мне, как старому холостяку. Извини за пафос. Чао. Слушаю. Кто? Марина? Да, я слушаю вас. А на завтра это нельзя перенести? А во сколько у вас завтра встреча с Борисовым? Хорошо. Вы еще в офисе? Я подъеду через полчаса.
Алексей Федорович. Ну, пойдемте лучше в мой кабинет. Борисов звонил. Он готов встретиться завтра в 9. Такой серьезный заказ, и я подумала... Ну, если вы так не уверены в себе, давайте я с ним поговорю, хотите? Нет, я уверена. Я просто мало знакома со спецификой работы агентства. С особенностью ведения дел. Да-да, вы назвали наши методы работы консервативными. Это я помню. Да, но вряд ли я сама за один день смогу их изменить. Ну, пойдемте. А, пожалуйста, не так быстро. Я на каблуках. Спасибо вам, что приехали. Извините, что оторвала вас от домашних дел. Да ничего. Позвольте я. Марин, пожалуйста, не надо. Я прошу вас, не надо. Если вы заметили, то я женат. А какая разница? Марин, прошу вас, не надо. Консерватор? Согласен. Точно дурак. На сегодняшний день размещение рекламы в районе крупных транспортных узлов, по моему мнению, является самым эффективным способом информирования потенциальных клиентов. Таким образом, сработали постеры в точках на Савеловском вокзале и на Кутузовской. Но, по данным независимых источников... Хорошо, Слава, спасибо, я все понял. Давайте расходиться, много работы. Тоня. Наваждение какое. Да, заходите. Лёшечка, Ласточка, сделаешь себе бутерброды сам? Я на работу опоздала. Да, конечно. Хорошо? Угу. Хлопья для Гошки вот тут. Алька сама все найдет. Угу. Лёш! Лёш! А у вас же скоро... Сколько-то летит компания. Вы собираться-то будете? А я тебе что, не говорил? На ту неделю в субботу. В субботу? А мне субботу, кажется, группа. Ладно, договорюсь с Любовью Павловной, что подменила. Надо платье какое-то найти. А я поправилась. Скинуть не успею. Ничего. Задрапируем. Все. Целую. Пока. Хлопья на столе. Ты чего, не спал, что ли? Почему не спал?
Спал? Ешь. Лёша? А у меня машина сломалась. Поедем? На ночной клуб. Я поняла. Думаю, вам понравится. Одну минуту. Такая девушка. Слушайте, у меня такое ощущение, что я всю жизнь рыбачил не там. Что это за нимфа? Перестань глазеть так откровенно. Ничего личного. Я просто ищу вдохновение. Видишь ли, я решил назвать свой будущий коктейль «Безумная венецианка». Придется искать вдохновение в Венеции. Да нет, знаешь ли. В Венеции страстные женщины выявились. Теперь их надо искать в других местах. Но главное, этот сногсшибательный коктейль должен быть рыжего цвета. Такая, знаешь, боттичеллиская гамма. Куда ты все время смотришь, а? Что, все-таки это, да? Да, что-то в последнее время перестал ошибаться. Старею, наверное. Опа, очнись, милорд. Милорд. Привет, муж, муж. Привет. 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 Задержалась, прости. Группа была дурацкая, опять задавала идиотские вопросы. А я смотрю, у вас тут все в самом разгаре. Я тоже хочу танцевать. Устроитель, ты что, онемел? Танцы-то будут, нет? Вера, мазурку я тебе обещаю. Да. Она рядом с ним как тетка какая-то. И платье немыслимое. Ну, жены, они все такие. Он у нее первый и единственный. Зато она у него нет. Такие с бухты-барахты не разводятся. Посмотрим, Машка. Посиди-ка здесь пока. Марин, ты куда, куда? Мариш, ну что случилось? Устала. Ну, Мариш, ну подожди, Мариш, ну послушай меня. Вера, Вера моя жена. А я? Твоя любовница? Перестань. Я прошу тебя, пожалуйста, не уходи, я умоляю тебя. Я там должен быть. Черт, я ни о ком не могу думать, кроме тебя. Мариш, пожалуйста, перестань, пожалуйста. Я тебя очень прошу, перестань. Люк, что нам теперь делать? Мы придумаем. Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно что-нибудь придумаем.
Друзья мои, милые коллеги! Спасибо. 12 лет. 12 лет – это уже возраст. Да. О, благодарю вас. Верунчик, попробуй коктейль. Называется «Слеза Беатрич». По-моему, сильно отличается от предыдущего варианта. Попробуй. А? Ты не помнишь? Не помню. Не помнишь. Ну как же ты не помнишь? Ну как же можно не помнить «Слезу Беатрич», а? Верунчик. А мне кажется, это гораздо крепче. Ну вот видишь, вспомнила, умница моя. А говоришь, что не помнишь. Ну так как, нравится тебе? Очень нравится. Но старый мне нравился гораздо больше.